Крым утратил одну из своих самых главных природных достопримечательностей – уникальный водопад «Серебряные струи», расположенный в Бахчисарайском районе. Назван он так, поскольку по внешнему виду напоминает струнный инструмент – арфу. Обрушение произошло ввиду природных факторов. Скорее всего, шапка водопада, возраст которой составлял 30-50 тысяч лет, рухнула по причине недавних морозов и полного обледенения водопада. Теперь, чтобы он вновь обрел серебряные струи, понадобится не менее 10 тысяч лет.